Рынь-рынь, мои друзья, и мы продолжаем учиться кататься на бензопиле. И сразу же, не томя, мы идем искать наших друзей. И одного я уже вижу. Здорово! Побежал! Посмотрим, как далеко ты сможешь убежать. На тебе! Вот так вот. Грустно, конечно, что один парень у нас все-таки не загрузился. Но что поделать, что поделать. Итак, один есть. Пойдем. Нас зовут. Иди ко мне. Ой-ой-ой-ой-ой. Наглость у тебя, конечно, полные штанцы, Лариса. Лори. Иди ко мне, моя хорошая. О, сняли нашего первого друга. Но ничего, мы уже пошли почти... Ой-ой-ой-ой. Мы почти нашли второго. Ой, ты моя, это блондиночка. Люблю блондиночек. Они такие нежные. Но далеко ты не убежишь, моя хорошая. Нет, ни в коем случае. Ты мне понравилась, поэтому я тебя не отпущу. APG Ланочка, ты отправляешься на крюк второй. Извини, сегодня ты не стала моей первой. Не-не-не-не-не, давай вот без этого говна. Сейчас я ее повешаю, а потом уже мы с тобой поговорим. Посмотрим, что сильнее. Мои инструменты или твои? Сомневаюсь, что можно противопоставить фонарик против кувалды. Но если у тебя такие стальные яйца, то почему бы и не попробовать, да ведь, Кладета? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это я миссанул, но... Ну вот это очень глупо. Ну зачем? Камон. Серьезно, что ли? Я не знаю. Думаю, может быть, отпустить этих ребят, потому что, ну, они втроем уже, это нечестно. Как бы немножечко баланс нарушен. Все-таки вчетвером починить генераторы, это уже... Как бы справедливо, но втроем такое себе дело. С учетом того, что кто-то должен чинить, кто-то должен спасать. Ну, такое себе. Ладно, вас осталось двое. И мне кажется, вы... Мне кажется, я все-таки вас отпущу, потому что... Ну, камон, вас и так мало, ты еще ливаешь. Запомните, пожалуйста, этот ник Sense5059. Кидает своих товарищей в сложных ситуациях. Нехорошо, нехорошо. У вас как бы и так нифига не выигрышная ситуация. Спасибо. Поэтому я буду сегодня нежен с вами. Ну, Лори. Ну, а почему ты палеты не скинула, моя хорошая? На тебе по голове. Вот так вот, спасибо. Это мои 100 бладпоинтов. Я предполагаю, куда ты выдвинулась, и я угадал. В принципе, тут любой дурак бы догадался. А я, пожалуй, сокращу расстояние и обойду. Вот так вот. Тра-т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 а. Ну давай, иди ко мне, моя хорошая. Оп! Молодец!
Умничка. Ты истекаешь кровью. Я тебя найду. Ага. О, господи, как же ты вздыхаешь. О, здравствуй. Здравствуй, мой хороший. А, так вот. Бладпоинты. Лишними не будут. На тебе. По заднице. Сейчас второй тебе хит выпишем. Ой. Твоя ошибка, братан. Твоя ошибка. Там-тарам-там-тарам. А что же ты так нервничаешь? Ты так испугался? Бедняжка. Смотри, вот это вот говно чини давай быстро. Быстро чини. Быстро чини это говно. На тебе хит. Не-не-не, не нервничайте. Эй! Ну вы чего, испугались что ли? Чини давай, сказал. Я пойду пока покатаюсь. Мы очень крутые. Ну я, наверное, на этом и закончу вот эту серию, потому что, ну камон. Их двое. Один не загрузился, второй ливнул вообще так по-свински, так убого, елки-палки, что... Ну это по-пидорски, честное слово. Чините? Чини, чини. Молодец. Иди чини. Чините, блин, быстро. Давай, давай, давай фармить. Давай. Вот так вот. Ну, давай, давай, давай. Во, молодец, додумалась. Тын-тын-тын. Давай, чините быстро мне тут все. Что, блядь, работали генераторы у меня, нахуй. Через, блядь, 5 минут, блядь, что все генераторы работали. Я, блядь, сука. Чини генератор, не взрывай, блядь. А то я тебе сейчас как ёбну бензопилой. Ты чё, блядь, мудак, криворукий, нахуй. Я пойду пока, блядь, учиться на пиле кататься. Уэм. Итак, мы сейчас пройдем. Опа! Ну, тут три дерева было все-таки. Так себе. Вау. Тут сундук, блядь, кстати, нахуй. Ёпты. Вот это нахуй. И палеты, чтоб мне скинуло нахуй. Слышь меня? Чтобы быстро, блядь, все палеты нахуй у меня лежали. Давай, давай ты давай. Скидывай нахуй. А то мне засрали тут все. Совсем охуели уже. Понаразбрасывали. Чё, пошли, давай, давай, давай. Да, ну дай ты мне пройти, ёлка-палка. Ой, больно, больно. Очень, сука, больно, блядь. Пошли дальше, нахуй. Тут вот, короче, люк, блядь, запомнил, нахуй. И вот это, чтоб мне починил, нахуй, блядь. Чтоб работал через 5 минут. Вот этот люк, нахуй, вот эти вот, блядь, ворота, чтобы открыли, нахуй, съебались отсюда. Лори, блядь. Давай, нахуй, палет тоже, нахуй, уничтожить надо. Вот, молодец, хороший парень, хороший. Мне нравится, когда твои подчиненные понимают тебя с пары слов. Я пока пойду посмотрю, может, еще что-нибудь есть интересное. Мяу. Мяу. Так, а может вам еще подарить бладпоинтов тем, что вы снимете друг друга с крюков? Ох ты, как это было круто.
Тебе повезло? Тебе очень повезло. Ну что же, блин. Давай нахуй, все, блядь. Открывайте ворота мне тут, блядь. Все, чтобы ворота открыты были. Чтоб, блядь, все ворота открыли мне нахуй. А кто из вас будет в люк уходить, уже решайте сами. Разумеется, вы оба хотите в люк уйти. А, тебя на крюк надо посадить. Ну давай. Ну давай. А может ты вырвешься? Нет, не хочешь? Ну ладно, давай тебя на крюк посадим тогда. Лори! Лори! Кыс-кыс-кыс! Снимай его, давай. Ланочка, не тупи. Пацан умрет. Давай, давай. Давай, снимай. Снимай, 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 давай. Я вам даю возможность заработать еще бладпоинтов. Давай. Молодец. Молодец. Правильно. Смотри, хорошо лечи, блядь, его. Чтоб здоровый был через 5 минут. Все. Давайте. Идите отсюда все, блядь. Быстро, нахуй. А то моё это самое. Все, ползите. А, ну ладно, давайте так еще поделаем. Вот. Ну, в общем-то, я думаю, это хорошо, когда мы... Давай, и тебя мы ударим бензопилой. Когда... У людей и так настроение, конечно, упало из-за этого вот такого вот положения дебильного. Но я надеюсь, мы все-таки ребятам его немножечко подняли. Они не так сильно расстроились. Конечно, игра получилась не такая уж интересная, как задумано разработчиками, но бладпоинты лишними не будут. Ой, промахнулся. Все, давайте. Уже, наверное, заканчивать надо вот этот фарс. Да что ты будешь делать? Промахивайся и все, ну вот хоть убей ты. Бам-бам. И ты у нас пойдешь. Давай, все. А, нет. А ты не пойдешь. Ха-ха. Ха-ха. А ты так просто у нас не уйдешь. Нет, шучу. Уйдешь.